Блин, вообще ужас, а салон пошел. Надо было быстро забирать. Они пока приедут, здесь в промзоны должны по жарке ехать, потому что с города далеко, видишь. Все, к баллону приближается уже. Дай, Сергей Андреевич. Да. Паспорт и карточка, протоколы испытаний на инструменты. На все там сгорело. Не, протоколы остались, кстати. Еще пока еще не сгорел, но я не знаю, я не вижу, салон горит, пожарка подъезжает, может успеют. Я в шоке вообще, а. Миша еще говорит, иди баллон перекрывай. Блядь. Смотри это. Что эти, паникер, эти полетели уже сюда. Я с 7-го выезжать, у меня паспорт в машине остался. Может, давайте еще дальше отойдем. Саня, отходи дальше. Давай за деревья как-то, я хуй его знаю. Ну вот и все. Да я не знаю, машина вон сияет, пылает, 3 метра пламени, горит. Вон к баллону газовому подходит уже горение, да уже заднее сиденье сгорает. Сейчас рванет, блядь. Вот. Это баллон, да? Нет, это пока что редуктор. Редуктор рвануло. Нет, баллон будет точно, сейчас нет, будет такое вспышка. Давайте дальше еще, уходи, Саня, уходи. Во, едут. Едут. Стреляет уже, да? Да. Сейчас баллон еще рванет. Да это понятно, я отошел. Все, баллон пиздец. Баллон уже гавонит рядом с баллоном. Так главное, чтобы когда мы ехали, она загорела. Да какой газ перекрой? Вы что вообще что ли долбанутые? Какой газ машина? Ладно, все, ладно. Ну ты им видео, ты им видео покажешь там. Нормально. Да ты не видел, она как пыхнула, какой туши тут пожарки вот подъезжают. Вы что там такие умники что ли? Или что, Леха, я не понял. Ты сюда подъедь и посмотри, что тут происходит. Причем тут умники. Все, нет моего паспорта, нет моего паспорта. Алло, малыш. Вообще, короче, слышу, разговариваю по телефону. Иди, этот самый баллон, ты сюда взял. Я говорю, ты дурак, что ли, малыш, я тебе клянусь, мы были выпрыгнуть, что успели, она как пухнула, там беда, понимаешь? Мы были сами выпрыгнуть на стеле. Он сейчас приедет сюда, ему по морду дам, если он мне что-то скажет. Этот колбаса тоже звонит, говорит, давай, Леха, давай, типа, беги, баллон перекрывай. Если машина полностью горит, то стреляет, а где пожарники? Че они? Собираются? Нет? Че, на дурака что ли похож? Машина полностью горит, они мне говорят, иди, да все, пиздец, у меня нет больше документов, я думаю, да? Да. Хорошо, что я машина горела, я выпрыгнул. Машина все полностью уже сгорела вообще. Они приедут сейчас, угли, да? Угли потушат. Они да, тут уже тушить нечего. Тут корпус один остался. Блин, а благо я... баллон еще не рванул. Сейчас они тушить будут. Малыш, я только с ним по телефону. Вот водитель. Ты один был, да? Посмотри на него. Что ты говорила? Блин. А, этот самый. Да, я же только с ним разговаривал по телефону. Сколько пассажиров? Миша,
Три пассажира и один водитель. Сань, дай сигареты, есть еще, а? Саня, там просто не вариант было, понимаешь, за документами лезть. Да. Я никогда бы никого-то не послал бы. Не, вообще, я говорю, никому из нас не вариант было туда лезть. Да, конечно. Потому что, не дай бог, был. Это хуйня, что жизнь главнее, чем все остальное. Я полный бак газа заправил, толком мы не ездили же. Ну, может, ты кто-то успел, позже там было. Не вариант. Там салон весь выгорел. До железа. Они раньше бы приехали бы, салон бы еще, может быть. Да кого? Да сколько они ехали? Минут 10. Я остаюсь спрятаться там за овраг. Все. Ну а что тебе? Восемь штук бабок сгорело. У меня парочку косарей. Карточки. Ну и карточки. Карточки восстановить так-то можно. Куртка сгорела. Ну так хорошо, что вы со мной свидетели были, что как оно все было. А прикинь, я поехал бы один на таком столе. По трассе бы случилось бы. Алло, Азамат. Все, короче. Меня газель, короче, долбанула по дороге на этот самый, на Янгояку. Мы еле выпрямились, еле спаслись его. Я тебе сейчас запишу номер, давай запишу. Срочно звоню Жене в сторону Янгояку.